всяку зиму, когда ночи приходят близко и мглы ставают густе. Люди кислева говорят своим детям байку, поведанную шепотом. Из темного сердца лесов ведьма мати поглядає за тими, которые чинят зло против лесом домовины. Они делают то сами против собе. После всякой несправедливости приходи отплата и кара. Мати Останкия не знає милосердя. Из дыма она буде повставати, дабы они заплатили своєю кров'ю. Зато послушайте остріганіє старих мудрців, или ви будете ізгубєні в лісної мглі.